Неонацисты, киевский режим, против России воюет все НАТО, ЛГБТ – это зло, а кругом враги и сатанисты. Это практически все тезисы, которые смог заучить за последний год бункерный дедушка. Безидейность, банальность и маразм обращения Путина к Федеральному собранию не обсудил уже только ленивый. Поэтому я, пожалуй, выделю только один нюанс, который ярко характеризует все сказанное Путиным. Стыдно сказать. Стыдно нам. И мне присвоили наименование «Эдельвейс», как гитлеровской дивизии, которая участвовала в депортации евреев, в казнях военнопленных, в карательных операциях против партизан Югославии, Италии, Чехословакии и Греции. Мне вот только одно интересно. После следующего видео Путин уволит своих недалеких спичрайтеров или нет? Любое задание в любом месте – девиз бойцов спецназа. Отряду особого назначения «Эдельвейс» – боевой гвардии УФСИН Республики Алтай четверть века. Создание отдельной единицы вынужденное. В лихие 90-е, когда во многих сферах правил криминал, нередки побеги заключенных, бунты с захватом заложников. За 25 лет со дня существования подразделения задачи не изменились. И все задачи, которые ставятся перед нами руководством УФСИН России по Республике Алтай, УФСИН России Центрального аппарата, все они выполняются нашими бойцами. Хотя, возможен и другой вариант. Весь алтайский спецназ завтра арестуют, как пособников фашизма. Ну, надо же как-то спасать репутацию царя.